Люди рассказывают мне о самых глубоких и потаенных желаниях. То, что она выходит за этого старпера, еще не значит, что она его любит, правда? Господи, конечно же, нет. Поверить не могу, что я это только что сказала. Есть что-то в его лице. Что, если бы дьявол решил уйти в отставку и переехал в город ангелов? Привет, босс. Помнишь меня? Можно тебя угостить? Я продала душу дьяволу. Значит, дьявол тебя заставил пить, принимать наркотики, шляться, где попало. Выбор за тобой, дорогуша. Соберись. Свидетели были? Люцифер, утренняя звезда. Это сценический псевдоним? Да нет, это от Бога. Объясните мне кое-что, как так получилось, что ее продырявили, а у вас даже царапины не осталось? У каждого свои таланты. Может, откроем свое охранное агентство? Хватит на сегодня. Кто-то должен быть наказан. Какая разница, ты же дьявол. Кажется, у тебя гости. Менезиил. Ты должен вернуться в потусторонний мир. Сейчас посмотрю свое расписание. Как насчет 7-го даже не рассчитывай, или 15-го не пошел бы ты? Тебе конец. Ну-ка попробуй, папочка огорчится. Он и так слишком долго был милосердным. А Джерри Брукхаймера? Виновных надо наказывать. Я тебе помогу. И как ты мне поможешь? Я могу видеть самое тайное желание. Типа экстрасенс? Да нет, я не мысли читаю. Я же не джедай. От Тома Капинуса, создателя Калифорникейшн. Смотри, учись. Вы мечтаете о героине. Вы знаете друг друга? Нет, но мне знаком этот взгляд. Честно говоря, не люблю героин. Он слишком крепкий для меня, и это никогда хорошо не заканчивается. Я занимаюсь йогой. Очень интенсивно занимаюсь йогой. Что ты с ней сделал? Илена Вайсмана, режиссера «Сонной лощины» и «Другого мира». Что, по-твоему, произойдет, если дьявол уйдет из ада? Все демоны, все истерзанные несчастные души. Куда они, по-твоему, денутся в этом сезоне? Думаешь, они поддаются моему шарму? Скорее, какому-то гипнозу. Тебя мой отец послал? Как тебя зовут? Люцифер. Как дьявола? Вот именно. Люцифер.